вроде бы ничего не предвещало беды. Пока не появился. И тут давечки офигели. Всем привет, с вами Фрост. И сегодня мы с вами будем похищать овечек. Oh, no. Сегодня мы с вами поиграем шип за шип. Что значит? Будем тыбрить овечек. Ну да, я свистнул игрушку у Снейка. Бывает. С кем не бывает. В чем, собственно говоря, смысл? Вот вы сейчас вообще мне не поверите. Красть овечек. Вообще не поверите. Вот Вася отвечает, вообще не поверить. Ну и зачем кому тыбрить овечек? Хотя это же я. Я могу и овечек тырить, а также собирать звезды. Нам мы играем за инопланетянина, которого мы не видим, мы просто летающая тарелка, в которой есть база на Земле, и она тырит овечек. А овечки откровенно просто охреневают от всего происходящего. Это можно видеть по ее глазам. Но потом она немного успокаивается, когда их кладут обратно. Да, овечка? Овечка в шоке. Овечка не даст вам никаких комментариев, она в шоке просто. Но, блин, не так-то просто. Здесь есть уровни, в смысле, уровни усложняются, и под конец становится просто трындец какой-то. Я тут поиграл уже немножко, чтобы не совсем уж убить, но кажется, зря я это сделал, потому что я прошел самые простые уровни, и дальше пошел какой-то хоть кактус нематериальный, потому что там дерево, я могу ушлепаться. А, ну да, нам еще нельзя дотронуться ни до чего, ни до каких физичных объектов, если задену газон, ну или, например, верхнюю, ладно, смотрите. Оп! Все! Нас сфоткали, нас запалили. Они теперь знают, что мы существуем. Об этом никто не должен знать, пока мы не стырим всех их овечек. Я не знаю, к чему Земле столько много овечек. Поэтому они хотят, я уверен, они хотят поделиться технологией овечек. Или просто овечками. Ну или просто мы наглые крысы инопланетяне, которые тыбрим овечек. Этот вариант мне даже больше нравится. Вот убьюсь я об это или нет? Вот убьюсь я об ящики или как? Мне кажется, я убьюсь, а я могу проверить овечкой. Да, убьюсь. Если овечка задевает, значит я об это убьюсь. И, кстати, овечка за меня может собирать тоже звезды. Поэтому мы продолжаем тырить овечек. Давай, овечка, ты нет, и не борзей. Опа. Сколько овечек? 3 овечки. Звезда, ну ни хрена себе, что, вишня? Не люблю черешню. Но это больше похоже на яблоню, а вот размер плодов нифига не похож. Вот вообще Вася не похож. Птички чирикают, все хорошо. Здесь также есть смена дня и ночи. Прикольно. Мелочь, а приятно. Хотя бы задний фон меняется. Давай, овечка, я чуть не ушатался за тебя. Овечка, ну тварь ты, твою мать! Ты, овечка, Вася, не охреневаешь, не Вася, мы тебя зарежем, извините, а? Ты знал, что Кавказ это другая планета, вообще, Вася, а? У нас там свои овцы есть, но мы хотим больше, а овцы, Вася. Шашлык из барашки, ну просто какой конфетка, а, знаешь? За это и барана зарезать можно вообще, ты не поверишь мне просто, Вася, а? Ты Вася мне веришь, а? Ну и правильно, не, все правильно веришь. Молодец вообще, Вася, а? Охреневшие овечки, а? Они даже вот в погруженном отсеке, они все равно продолжают охреневать. И правильно делать, потому что их там зарежут скоро. Я должен еще этот шашлык есть, а? В самом деле. А шашлык не шашлык, если он не из барана вообще. Какой шашлык, если он не из баранины? Это не шашлык вообще, Вася, это фигня какая-то. Ну и с курицы тоже не нравится шашлык. Да. Овечка, Вася! Ты чё делаешь? А вдруг хозяин увидит, что ты залезла куда-то? Все на базу всех на шашлык, Вася. Круто. 9-й левел прошли. Так, где Вася, овечка? Так, наверное, нам нужны звезды. Тут одна овечка. Еп, ты чё, охерела, что ли, овца? Ты чё, овца? Ты попутала, я тебе отвечаю вообще. Овца, которая попутала. Вот сейчас будет не так-то просто. Давай, овечка, будешь собирать мне звездочки. Мне на погоны надо. Давай, все, давай, до свидания. Так, а теперь нужно как-то ее стащить оттуда. Давай, тащи овечку. Вот! Ну, почти хорошо. О, овечка нагло взяла на дерево, такой, я ни при чем. Конечно, ты ни при чем.
Вот так-то. 10-й левел. А, все, Вася, Вася, да, все, шашлык, шашлык. Продолжаем. Ух, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж тут, как овечек-то стать отсюда. Овечка, овечка, скажи, как тут. Овечка, ни хрена себе, какой нежданчик, блин. Да, я рад нашему знакомству, Вася. Пойдем со мной туда, где светит солнце. Где мы будем тебя... Шашлык делать будем, все, хватит, ты приглашен на шашлык. Не задавай лишних вопросов, на которые не хочешь знать ответов. Ты просто приглашен на шашлык. А уж вроде кого, это уже мы там придумаем потом. Как-нибудь решим этот вопрос. О! Снайперский просто закинул. Сейчас, последнюю звездочку, без звездочек. Я все на 3 звезды пока что прохожу. Не будем отходить от этого. Нет! Тварь! Тут нехорошая овечка, а. Вообще, нехорошая овечка, ты что делаешь, а? А, точно. Крыса! Тварь! Твари вы, овечки, твари. Ну что ж, овечки, дадим говна, да? У-у-у, это что-то... изи, да? Вот так вот, вот так-то. Думали, овечки, думали, я вот умью из-за эти звезды, да? А хрена вам, овечки, и вас тоже стырю. Паршивый овс. Ладно, не паршивый, все-все-все. Хорошая овечка. Хорошая, очень хорошая овечка. Хорошая, иди к папочке, папочка тебя любит. Папочка любит вкусное мясо, а? Папочка любит вкусное мясо, иди к папочке. Вот так вот, успокойся. Успокойся, мы тебя не обидим пока что. Ну, шашлык это не обидно, это почетно, но ты понимаешь, да? Нам нужно больше овечек. Сколько мы уже овечек оприходовали? А, тихо! Куда ты меня тащишь, своей туши хитрая, мохнатая задница? У-у-у. Ну тут мы без чая не обойдемся. Ну ладно, что это такое? А-а-а. И что, думали, это сложно? Иди сюда. Иди сюда. Вот так-то. Овечка, овечка, вах, какой овечка. Овечка на верхушке живет. Вот такая овечка. А, тихо, тихо, тихо. Ага. Думаешь, я не смогу подобрать? Ладно, я, может быть, и не совсем хорошо так смогу подобрать, но я тебя-то хотя бы сверну. Дурацкие звезды, я сверну все 3 звезды. В любом, блин, случае, да! Спасибо, овечка. Овечка, ты просто космос. Ну или ты просто шашлык, но это слишком грубо. Просто космос. Да. Салон. Ави. А может быть и... Не, я соберу. Все равно соберу, гады. Все равно. Аккуратно. Вот. Что ж ты как неаккуратно овечек кидаешь? Слушай, вот вообще нельзя так с овечками обращаться. Они уважаемый скот, эй! Че ты их кидаешь? Что за косорукий инопланетянин там сидит? Это не я. Я тут ни при чем вообще. Я вообще ни при чем, Вася, ты куда ты кидаешь третью овцу и три уронил? Вот ты дебил. Вот я дебил. Неважно. Не будем заострять на этом внимание, просто соберем звездочки. Оу, вот это красава сразу. Нет, все равно косожопый урод. Сразу вин косожопый урод. Овечек не желаете? А тут же много накопилось. Овечек никто не желает. На халяву овечек. Ну, правда, какой халяву? Вы не на того еврея напали. Овечек отсыпать могу. За умеренную плату. Тихо. Да, ё-моё. Да, ё-моё. Ладно, не мешайте работать. Не хотите брать овечек, я пойду тырить овечек дальше. Вот так-то, иди к папочке. Дурацкий уровень. Здесь опасный уровень какой-то. Тварь! Звезды. На самом деле звезды нахрен и не нужны. Да, овечка, ты любишь звезды?
Видите, овечке пофиг на звезды. Сколько у меня звезд, ей без разницы. Она любит меня как отца в любом случае. У нее нет выбора. Хватит спать! Хватит спать! Пошли танцевать, блин, овечка! Овечка! Барашек. Мягкий, 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 милый, вкусный барашек. Вот так-то. Всех, всех вас выдерну. О, да. 16-й левел. Ну да. Банк. Банк овечек. Банк. Неужели ни одной овечки нет в банке? Вы где увидели банк без овечек? Где банк без овец? В каждом уважающем себя банке должна быть овца. Ну, в смысле, барашек. Не овца там в заказе какая-нибудь сидеть. В смысле, барашек должен быть. Уважаемый барашек. А тут что за фигня? Что за банк без барашка? Хотя бы он один на газоне пасется. А вот это что за говно придумали такое, а? Че, охерели, что ли? Эй, барашек! Ты как так-то? Псы! Кто вот так догадался барашка спрятать? Я все равно достану. Я все равно достану барашка, блин. Это же барашек, вы че? Конченая какая-то хреновина. Че, думаете, от меня можно так спрятать барашка, а? А хрен там пел. Я стыблю вашего барашка вот так-то. Стыблю вашего барашка. Барашек сам в шоке. Ай бы нефиг. За деревом спрятать. Думаю, я за деревом не увижу барашка в вашем двухмерном мире. Конечно. Так только от меня и прятал. Ух, вот ты где барашек. К черту тогда нас всякие звезды. К черту, правда ведь? И правда. Одна звезда тоже неплохо. Да. Ого! А вы чё, овцы, вы чё, в одном месте все? Вы чё это все здесь? Блин. Чё за уровень такой? Звезды вроде как бы нормально спрятаны. Ну, почти. Почти нормально спрятаны звезды. Барашки все в одном месте. Ладно, ненормально спрятаны звезды. Просто мне лень было облетать всю эту дерьмо. Просто мне было лень облетать. Ах ты пес. Давай, садись. Все, по-моему, хватит уже с меня овечек. Ну что ж, на этом мы с вами прощаться. С вами был Фрост. Не забывайте подписываться, если до сих пор это не сделали, а также ставить лайки. И писать свои комментарии. Всем удачи и всем пока-пока.